Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Сегодня у нас есть о чем поговорить. Пришли несколько посылок. Сейчас мы с вами их откроем и посмотрим, что в них. Так. А, здесь у нас колеса от Урала. Колеса от Урала. Планировали то, что резина будет мягкая, как в предыдущем заказе, но она обычная, но с дисками. Ценник одинаковый, что эти 400 рублей, 4 штуки, что тех. Только эти с дисками, а те только резина. Вот. Ну, в принципе, с этой резиной можно сделать что? Выворачиваем ее наизнанку, стачиваем небольшой слой резины, и она становится тоже мягенькая. Вот, в принципе, достаточно будет мягкая. Вот, и не будет соскакивать с диска, потому что та резина очень мягкая, и есть такое подозрение, то, что она будет прокручиваться на диске при сжимании. Ну, это мы еще посмотрим, проверим. Она будет на шишигу будут печататься диски на 3D принтере, более такие копейные. Так что посмотрим. Вот. А эти колеса были взяты из резины, то, что она такая копийная, красивая. Вот. Поставить ее на американца, на ВПЛовскую модель, на шишигу. Ну, и так, чтобы были, на всякий случай. Мало ли там прицеп, проект, запаску вторую повесить, на крышу наложить, на капот. Так, ладно, прикалываюсь. Вот такие вот три комплекта колес. Так, теперь вскрываем следующую посылочку. А здесь у нас, ребят, звуковой модуль. Звуковой модуль. Две вот такие колонки. Ну, конечно, я не знаю, это будет просто дурниной, наверное, орать. Регулятор громкости, я так понимаю. И кнопочка, наверное, замены звука. Инструкции никакой нету. Что, как делать, я не знаю. Ну, что там остается? Взять да проверить. Кстати, сегодня был первый выезд на Зиле. Вот он еще стоит на тряпочке, обтекает. JJRC без заблокированных дифференциалов едет так себе. Можно сказать, только по прямой. Небольшая диагоналка, колеса гальмуют, и он останавливается. Так, давайте сейчас я разверну его. Я еще здесь не крепил ничего. Вот. Вот так я сделаю. У меня тут все сбоку будет. Сейчас немножко давайте разверну вам другим боком его. Вот. Так, смотрите, значит, что у нас здесь. У нас есть вот такой Y-образный провод. Что мы делаем? Так. Мы вытаскиваем регулятор оборотов из приемника. Втыкаем туда Y-образный провод. Дальше втыкаем в одну сторону регуль, в другую нашу звуковую систему. Так, и включаем. Минимальный звук.
машина не глохнет. Проверяем дальше. Вот такая вот система пришла. Вы послушали несколько звуков. Вот. Какие у него есть. Возможно, все зависит от регулятора оборотов. У меня здесь хобби-винговский Quickrun 1060. Вот. Почему-то сильных больших оборотов я не услышал. Ну, еще раз с этим потом я разберусь. Посмотрим. В принципе, самое интересное, кого-то как он на холостом ходу и небольшие обороты. Это все-таки у нас профи модель. Вот, чтобы сильно громко не рычала. Она нам не нужна. Так. Ну все, вот такая вот система. В принципе, интересная. Стоит порядка 1500 рублей. По акции можно купить дешевле. Вот. Будет обязательно стоять на какой-нибудь из моделей. Вот. Еще раз разверну. Так, снег отваливается. Разверну нашу модельку. Так, значит, это в сторону. И еще у нас есть небольшой задел под новое направление. Это вот такая вот штукенция. Это металлический корпус со всей атрибутикой, с ящичками от фирмы Диагостини. А, сборная модель, журнальная модель. Вот, часть ее человек собрал. Вот, и хочет с ней расстаться. Вот мы планируем его доделать. Есть у моего друга готовый танк, но китайский хэнлонг пластиковый. Хотим попробовать на его шасси примерить Т-72. Конечно, будет не супер копийно, но из-за того, что этот весь металлический, вес у него порядка вот так вот килограмма, наверное, двух уже вот здесь, без ничего. Вот. А у того весь с гусеницами, со всеми, наверное, килограмм полтора. Вот. Думаем, что этот поедет поинтересней. Вот. Есть вот тут шаклы такие еще всякие, ну, атрибутика. Вот. Так что, возможно, в ближайшее время что-то у нас выйдет еще интересненькое на канале. Так, тоже эта система вот сюда пока что. И еще приобрел вот такую вот горелочку. Вот, она идет с тонким пламенем. Хочу попробовать для пайки латунью. Ну,
пламя мощное, но не знаю, получится нет. Если получится, будет очень замечательно. Ну а так, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, следите за новостями, подписывайтесь на Инстаграм, там фоточки выходят. Так что, до новых встреч, всем удачи, пока!